полного игнорирования наших интересов мы допустить не можем и никогда не допустим. Претендует Россия на какую-то лидирующую роль? Ну, в качестве сверхдержавы нет. Нам это только в нагрузку. Зачем нам это нужно? Я же сказал про тайгу. Она бескрайняя. Нам только осваивать свои территории. И времени, и сил нужно, и ресурсов много. Да не нужно нам никуда лезть, там, ничем командовать. Но к нам не лезьте. И не корчите из себя вершителей судеб всего мира. Вот и все. И если есть в чем-то и будет, и возможно в чем-то лидерство России, это в отстаивании норм международного права.